приятно рассказывать о ней, вдвойне приятно, потому что это наша с вами землячка. Она здесь родилась, здесь выросла, а сегодня живет и работает в городе Киев. Сегодня Елена Гончарук – это активно концертирующая певица. Она выступает во многих странах – в Бельгии, Германии, Нидерландах. В ее репертуаре не только традиционные для оперного жанра произведения, но и произведения в современном стиле, неоклассика, из репертуара Сары Брайтман и Лары Фабер. Елена – частый гость на радио, на телевидении. О ней пишут в газетах, журналах и интернет-изданиях. За утверждение международных культурных связей и благотворительную деятельность Елена получила звание «Посол мира» и титул «Женщина года». В 2015 году она была награждена почетной грамотой Министерства культуры Украины за весомый личный вклад в развитие украинской культуры, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Первым номером сегодняшней программы прозвучит ария из оперы «Свадьба Фигаро». Опера «Свадьба Фигаро» самая любимая в мире, и не только музыкантами, ведь она имеет честь быть самой старой оперой из постоянно находящихся в репертуаре. Вот что писали современники о премьере этого произведения. Никто и никогда не имел более блистательного успеха, чем Моцарт со своей «Свадьбой Фигаро». Театр был битком набит, и многие номера пришлось повторять, так что оперу играли почти вдвое дольше, чем она должна была бы идти. Посетив Прагу в следующем году, Моцарт писал своему отцу: «Повсюду слышатся мелодии из Фигаро. Эти мелодии занимали всегда первые строчки хит-парада. Так она продолжается и с тех пор». Вольфганг Амадей Моцарт. Ария графини из оперы «Свадьба Фигаро». Исполняет Елена Гончарук. Встречайте! Thank you.
Приветствую каждого, кто пришел сегодня на мой концерт. Это мой первый сольный концерт в моем родном городе Николаеве. Я очень взволнована этим фактом и очень рада, что столько людей пришли меня поддержать. Спасибо вам большое. Знакомство с прекрасным голосом, с прекрасным творчеством.
Джузеппе Верди. Самый оперный композитор. 26 опер создано именно на протяжении всей его жизни. И 23-я по счету опера «Бал Паскаля». Вряд ли можно найти еще одну оперу, в которой главные герои – это правитель и оппозиция. «Бал Маскарад» – это история власти, история борьбы за нее и история предательства. Любовь и политика, кровь и мазурка – все подчинено великой стихии игры, все переодеваются. И сама опера – сплошной «Бал Маскарад». Настоящие дни – только страсти. И в центре этих страстей, конечно же, женщина. Джузеппе Верди, ария Амелии из оперы «Бал Маскарад». Thank you.
шедевр. Ни одна из других его опер, которых он написал еще 14, не имела успеха, который хотя бы отдаленно мог сравниться с успехом оперы «Сельская честь». Название «Кавалерия Рюстикана» обычно переводится как «Сельская честь», но такова история ирония судьбы, что в поведении большинства персонажей оперы нет никакой чести. Это история любви и измены, преступления против чести, которые происходят в одной сицилийской деревне в XIX веке в пасхальное воскресенье. Центральное место в опере занял образ беспредельно преданной, неистовой любви Сантуцци. Пьетро Маскальи, роман Сантуцци из оперы «Сельская честь». Thank you.
наряду с музыкой Италии, Франции, Австрии и Германии расцвели новые национальные музыкальные культуры – русская, польская, чешская, венгерская и норвежская. Композиторы романтики проявляли большой интерес именно к национальному своеобразию музыки, и, воплощая новые темы и образы, музыка усилила взаимодействие с поэзией и театром. Это и определило в 19 веке высокий расцвет именно оперного искусства. Но вместе с тем в романтической музыке расцвел жанр фортепианной миниатюры. Она широко представлена в творчестве Шуберта, Шумана, Шопена, Мендельсона и Листа. Фортепианная миниатюра чутко передает разнообразные тонкие оттенки переживаний и настроений человека. Именно поэтому появились новые жанры, такие как песня без слов, ноктюр, экспромт, музыкальный момент. Ференц Лист. Утешение номер 3. Исполняет Ирина Азимова. Thank you.
исполнителями, концертами. Это и венгерский композитор Ференциск, музыка которого только что прозвучала, и, конечно же, польский композитор Фредерик Шопен. Шопен никогда не писал музыку для балета и оставил после себя опер или симфонии, потому что его любимым произведением было фортепиано, для которого и созданы все его произведения. Шопен играл в темноте. Эта привычка сохранилась за композитором с детских лет, когда маленький Шопен садился за пианино в абсолютной темноте, только так к нему приходило вдохновение. И уже взрослым, выступая на концертах, он просил приглушить в зале свет. Попробуйте и вы послушать его музыку с закрытыми глазами. Фредерик Шопен, экспромт, фантазия, до минор, исполняет Ирина Азимова. Thank you.
Императорского театра. Опера «Сила судьбы» написана, когда Верти был уже поистине знаменитым, известным во всей Европе. Он уже сочинил к тому времени свои великие оперы, принесшие ему огромную славу «Фигаретто», «Трубадура» и «Травиату». Основа сюжета оперы «Сила судьбы» — это сословные предрассудки, законы чести, которые требуют отмщения. Пылкость главных героев, которые не сносят угроз и оскорблений, и которые влекут Альваро и Леонору от катастрофы к катастрофе. В одной из своих арий, уставшая от жизненных перипетий Леонора, обращается с молитвой к Богу, с просьбой о мире. Джузеппе Верди, мелодия Леоноры из оперы «Сила судьбы», «Паца, паца, мелодия», исполняет Елена Гончарук, концертмейстер Ирина Азимова. Thank you.
композиторов, то только оперы на этот сюжет писали. Берлиоз, Бой, Дагло, Шпор и Бузони. И даже есть такая редкая птица, как опера композитора, женщина Луизы Бертин. Но трактовка Шарля Руно этого сюжета, безусловно, самая популярная из всех существующих. Ее темой является продажа старым немецким ученым-философом своей души дьяволу за возвращенную ему молодость. Но дьяволу мало только одной души. И, искушая Маргариту, Мефистофель оставляет на пороге ее дома ларец с драгоценностями. Маргарита, обнаружив ларец, открывает его, и в этот момент звучит знаменитая ария «Ах, смешно смотреть мне на себя», во время которой она примеряет и любуется драгоценностями. Шарль Руно. Ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст». Исполняет Елена Гречнёва. Не посмотри.
как я и говорила уже в самом начале, репертуар Елены очень широк. И, конечно же, он не мог обойтись без такого популярного жанра, как жанр романс. Романс «Гори, гори, моя звезда» уникален по количеству легенд вокруг его создания. Его приписывали и Гумилеву, и Бунину, и Колчаку, но на самом деле авторами романса были ныне забытые Петр Плахов, Владимир Чуевский и Владимир Сабинин. Именно Сабинин сделал из романса настоящий патриотический гимн «Признание в любви единственной звезде Родины». В 1915 году вышла первая пластинка с записью этого романса, и вскоре его постигла судьба многих истинных шедевров. Он стал народным. Обработка Сабинина, слова Чуевского, музыка Плахова. Гори, гори, моя звезда. Oh,
вечеру. Музыка передосла ваша Пскова, отцвели уж давно. Thank you.
профессионального музыкального творчества есть разные композиторы. Произведения одних навсегда останутся достоянием узкого круга, другие, наоборот, угождают вкусом широкой публики, а самые талантливые находят тонкий компромисс между этими двумя крайностями. А есть счастливцы, лучшие произведения которых, едва родившись, навсегда оставляют своего автора и идут в самостоятельную жизнь. Именно к таким художникам принадлежит Александр Белаш. Два колеры, ясыны, сніг на земель, на зеленом листі, цветуть осінні тихі небеса. Эти и еще более 200 белашевских песенных детей, как бы не пафосно это звучало, но этими мелодиями теперь поет современная Украина, подобно Италии с ее Санта-Лючи и «Вернись в Сарантино». Песни Белаша универсальны. Они одинаково уместны и в филармонических концертах, и на широкой эстраде. Александр Белаш, слова Василия Юрьевича, «Журавка». Thank you.
Да.